Здорово, люди! Мы пробираемся в бункер Primate. Это те плохие, очень плохие хакеры, которые взломали меня, и у меня коты стали срать. Мне не понравилось, мне было неприятно. Чего это? Что ты сама, кстати, активируется, не можешь? Это главное непонятно, кстати. Ни хрена ты не нашел. А вот и ни хрена ты не нашел. Их было, кстати, меньше в прошлый раз. Нет, вернее, их не было меньше, они были рассредоточены лучше. На этот раз все как-то. Они просто в одну кучу встали. Естественно, уже применить оружие. Они слишком несговорчивые. Вы думаете, я хочу по ним стрелять? Они сами нарываются. Все, пошли внутрь, ребят. Они заслужили эту срань. Заходим в бункер. Кстати, ребята, вы подписаны на меня в социальных сетях? ВКонтакте, в Инстаграме. Там внизу есть ссылки. ВКонтакте, кстати, я сейчас голосование провожу за игры и за всякое разное. Потому что голосовалка — это круто. Статистика — это круто, да? Я знаю, статистика — это круто. Я внутри. Ух, воняет пивом и носками. Просто найди код. Быстрее. Матч от Собакина, там какие-то мутные типы шарятся. Сраные ТЦ, ублюдки, мать их! Ты видел, что они устроили, уроды? Эти говноеды там все с землей сравняли! Припасы нахер, аппаратура нахер! Все, что можно послать нахер, уже там! Но лени они тронуть не посмеют. А если посмеют, то их кривые ручонки окажутся у них же в жопе! Ваши ручонки, кажется, у вас жопа, пидорас. Я позабочусь. Не трогай мое барахло. А то что? Привет, Лени. А я у тебя в гостях как раз. А что бы здесь я попробую? Где анимация? Губ. Она просто стоит и улыбается. И что делать? Это Лени? Она хочет взорвать бункер. Что? Ленин. Что там? Две? Нет, три. Или нет? Черт! Может, четыре? Не соединены. Так что порядок не важен. Сколько узлов? Просто беги оттуда. Народ, народ! Дайте мне подумать. Все нормально, мы справимся, господи. Да, на, и, кстати, да, народ, не шумите, вы мешаете мыслительному процессу гения. Мне нужно сейчас сделать ход гения, ребят, это главное. Нам нужен ход гения. Воу, серьезно? Она все перекрутила, господи. Посмотрим, тут вроде все на местах. Все на местах. Цирк гусарей продолжается. Смогу ли я открыть центральное говно? Неизвестно. Но мы это узнаем после рекламы на нашем канале. Шучу, это не... Господи, это не телевидение. Так, а тут что не так? Эй, херела, сука! Я найду и трахну твою собаку! На самом деле нет, я хороший парень, но... У меня сейчас комп сделал мне объявление, ребята. Комп говорит, есть новый драйвер для твоей видюхи, скачай его, это важно. А я такой, а мне насрать. Не. А, так, хорошо. Вот тебе еще не хватит. Последний, ребят. Или здесь есть какое-нибудь достижение, типа реши головоломку за 5 секунд, но... Типа наверняка есть какой-нибудь хак, который решает это все дело за 5 секунд. Хотя, хрен его, честно.
Да-да-да-да-да, сейчас, подождите, он покрутит. Самозвоны, они все крутят, хотя могла бы крутить их сильнее, но она как бы... Играть музыка в цирке каком-то, знаешь. Я думаю, да, вот это наше решение. Нормально, я вообще не смотрю на время. Время для лохов. Сломали. Взлом успешен. Боже, ты сраная... Дырка от сраного бублика! Чё ты глянь. Кажись, я справился. Это еще не конец. Ну да, как же. Учайте. Долбанные наркоманы. Иди дальше, вшивай себе под кожу героин. Или что там вы вшиваете? Вшичи под кожу, господи, это такое. Эй, Маркус, как тебе наш хакерспейс? Мы наконец-то вывели вонь Primate. Готово? Ага. Рэнч немного похимичил и о-ля-ля. Иди зацени. Зацениваю. А, надо прийти физически, господи. Ну я ж хакер, я на такое не подписывался. Я такое не умею. Нифига, сколько у меня подписчиков. Ну, думаю, новый хакерспейс. Отлично, блин, у меня здесь не было хакерспейса. Огонь, просто огонь. Давайте, ребят, посмотрим. Ну, я хочу отдельно взяться за задание Зодиака. Как он только... Да, видите, дополнительная операция Зодиак. Я хочу отдельно за нее взяться, так как это бонусная миссия, все дела. Давайте возьмем за дополнительную крысиную армию. Мы выполнили основное задание, время дополнительно. Окей. Все, отлично, подрубились. Давайте телепортируемся сюда и отсюда уже пойдем. Упоротость на максимум. Готово. Серьезно? Я сбил человека, пока не приехала полиция, начать задание. Вас крысы замучили? Было такое. Я сначала думала, что они мутят какую-то арт-инсталляцию, но, похоже, все серьезней. Интересно, они все еще там? Были там пару минут назад. Их легко найти. Смотри на уши. Спасибо, учту. Мне что, как стримишь, одеваются уши? Я ведь теперь одна из вас? Что мне за это полагается? Какой ник? Печенюшка. Что, правда? Нет, камшот. Так, стоп, серьезно? Да не, на самом деле, просто печенюшка. Долгая история, не спрашивай. Эти женщины-хакеры, они такие извращенные, ребята. Мы с Лизой обсуждали, Лиза мне жалуется, что типа, все стримерши носят дурацкие уши, и как бы в чем прикол, ребята? И все, причем пишут этим стримершам на стримах, что, ну, на Твиче, например, что эти уши просто дико дебильные. Но что-то все стримерши носят эти уши. Я сам не понимаю, ребят, зачем? Может, кто-то из вас скажет? Может, это фетиш какой-то есть у некоторых мужчин на уши, что типа, вау, у нее она в ушах. Это же круто. Или это мы с Лизой просто ничего не понимаем. Мы старперы уже, нам больше 20 лет, мы такие, мы не понимаем современных веяний. Кто-нибудь может объяснить, почему стримишь уши, ребят? Я буду крайне благодарен. Возможно, я даже ключ вам скину от какой-нибудь игры. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, я сказал это просто, что, просто так, чтобы ответили. Водители от бога. Ну вот мне как-то кресло домой вез грузин, и он примерно так же вел машину, так что я ничего не скажу. У нее тоже вот такая была, по-моему, это была газель точно. Assassin's Creed. Я чувствую, что все приемы здесь взяты из чистой из Assassin's Creed, ребят. И не пытайтесь меня переубедить. Ага, крыса. Где ты сейчас? Музей, ловлю творческих натур. А ты? Я около базы, нашел одного на севере у моста, еще трех на стадионе. Класс. Мне только интересно, окей, а вы чем занимаетесь? Да.
Спанса обсуждает, что есть дедсек. Дедсекса. Быстрее в коробку! Ждите описание объекта, прием! Мома, это, кстати, это название района, если кто не понял, это то, название района Мома. Полиция просто села и въехала. Кстати, какая тачка, пикап такой. Дай-ка я сяду и поеду на нем. Кстати, а насчет разработки, мы же закончили задание. Мы же можем с вами того это качнуть. Так, хорошо, давайте взлом оборудования прокачаем. Я хочу взлом, чтобы взламывать чуваков. Манипулирование данными. Мы за это сделаем, пройдет цель одной из банд. А вторых показывают кое-что, проявляющие мимо людей. Давайте вот это качнем. Заблокируем приду... А, постой, надо вот это прокачать. Отвлечение. Я хочу прокачать апдейты, чтобы на телефон поставить ложную ориентировку. Отлично, я вот это тоже хочу. Как бы банковские считают, конечно, тоже охонь, но... Всему свое время. Тут задание просто дохренище, как бы... Понимаете, приходится делать выбор, что качать первое, а что как бы второе. А что это, кстати, за задание? А, это есть зодиак. Из DLC, скорее всего, кстати, также будет добавляться. Абсолютно так же. То есть просто в какой-то момент будет выходить DLC, и также на карте будет появляться задание. Ну, я думаю, может, какой-нибудь выпустый DLC, как Bad Blood для Watch Dogs 1, когда там... Ну, если сейчас там будет... Осторожно! Давайте сейчас выйдем и посмотрим вообще, как пройти туда внутрь. То есть, как бы я... А, нет, не надо думать, тут можно просто взять и пройти. Пока, парень. Сначала у людей надо заинтересовать маской, но он должен ее узнать. Скажите, что все участники получат такую же. Но чтобы люди объединились в группу и были готовы действовать вместе, там можно продолжать. Это просто письмо, да. Окей. То есть они хотят на бесплатные маски народ развести. Ну блин, знаешь, сколько людей повелось? Я повелся, я был такой. Бесплатная маска крысы? Беру. Мне оно надо, я хочу. Запомните все пункты анкеты, прежде чем сдавать ее. Это первые образцы, которые будут доступны всем. Смотрите, что угодно. Ну и что теперь? А что мы тут делаем? А, область погибла. Я думал, надо что-то серьезное. Ты типа, знаешь, украсть деньги у всех. Я хакнул полицейскую машину. Ну и? Я сделал свое черное дело? Я узнал немного об Академии Ясенрыка. Рэй, думаю, дефолт тут ни при чем. Они просто взяли его символику после того, как он исчез. Ты же ничего об этом не знаешь? Ничегошеньки. Ага. Кажется, они только начали вербовать последователей. И пока собирают на них информацию. Потом ее обнародуют. Сделают их примером людей, свободных от секретов. Да, все люди как открытая книга. Только это дерьмо не работает с избранными. Лучше бы начали с Кремниевой долины. Надо сказать, маска дефолта очень идет этим говнюкам. Надо выяснить, где они собираются. Наверное, где-то у стадиона, к югу от моста. Здание с хранилищем. Джош? А я-то что? Ты уже нашел его, да? Да, вижу такое. Отправляю. Спасибо. Чё ты смеешься? Принял, что ли? Мне кажется, ли в этой игре в среднем у девушек грудь больше, чем в предыдущих играх Ubisoft. То есть я не извращенец, но я приметил такое, что здесь у них в среднем больше грудь. Никто этого не видит, кроме меня. Или у меня одного какие-то мысли неправильные. Но я вижу, что их больше. То есть это важно. Ну, знаете, с нитро любая тачка. Даже вот это, даже... Этот пикап, который вообще никому не нужен. Ну, если только не перевозите... Не перевозите бургеры. Давай, пикап, я знаю, что ты тарахтелка, но езжай вперед. Ты сможешь. Ты выдержишь осталось немножко.
Насчет дефолта, да, я знаю, что это персонаж из первой части, что это был один из главных злодеев и все такое. Просто его нет в самой игре, понимаете? То есть есть упоминание о нем, но самого злодея-то нет. Именно поэтому я и ничего не говорил о нем. Потому что, блин, нифига. 170-е тесаки враждуют. Мне интересно, там будем как-то участвовать в этих, не знаю, разборках. Ну, все будет прикольно, знаете, когда приезжают какие-то чуваки и начинают поднимать кипиш. Там что-то надо физически ломать. Да. Вот, и как я обожаю ломать щитки. Не, на самом деле я люблю это дело, когда мне для этого не нужно лезть через 5 крыш. Ну-ка. О, тут приятная музыка, интересно, кого она играет. Я в Академии Есин Рыка. Честно говоря, я ожидал большего. Посмотрим, получится ли их прикрыть. Прекрасные слова. Надо придется отсюда подрубаться. А, вот это. Я думал, надо как-то сбоку. Дальше. Закачка вируса. О! Сейчас мышки скушают мышьяк. Крысы. Все, что ли? Мы закончили? Ага, начинается. Дед секс завладел. Да. Даешь мертвый секс всем, кто попросит. Кстати, там можно что-то подрубить сверху. А давай я поучаствую. А то у меня какая-то страсть стала в последнее время к таким щиткам. Так, я нашел кучу грязи, которую крысы накопали на своих последователей. Все удалил и узнал, где они хранят железо. Жаль, если что-то вдруг сломается. Очень жаль. Поднимаемся вверх. Что это? Надеюсь, это роутер. Да. Вот такие взломы я люблю. Простые, понятные, быстрые. Это по мне, такие взломы. Это моя специальность. Все-таки анимация местами, господи боже мой. Согласны, ребята? Местами анимация просто такое. Хочется просто убить того, кто этим занимался. Местами это просто вот это вот, что сейчас было. Просто сбоку прыгнул на лестницу. Ну, в общем... Ubisoft, лучшая компания на свете. Ubisoft, Антон Логвинов ставит 10 из 10. Несмотря на все эти проблемы, все-таки мне нравится эта игра, ребят. То есть, то, что я сейчас прыгаю через перила, это ничего. А если я смогу через, вот через туалет прыгнуть через колючку? Что случилось? А, это мой телефон. Знаете, в игре телефон так реалистично вибрирует, что иногда хрен пойми, твой это телефон или это в игре телефон. Просто там деньги, ребят, можно найти. Вот у меня такое сейчас желание появилось взять эти деньги. Вот не надо нагибаться. Их ситуация. Кто это там собак? Там можно запалить. Черт возьми, там замок кодовый, я ухожу, ну все, пока. Найдите урода и разберитесь с ним. Ставим хакера по самое горло. Боже, звякни. По самое горло? Господи, я не хочу секс в рот, не надо. Я уезжаю. Тогда... Я не уверен даже, куда мне надо. Куда мне надо? А, сюда, хорошо. Крысиная корова. Опять 4 точки. О, господи. Ну ладно, будем надеяться, что все пройдет быстро. У вас тут есть машины вообще? Здесь ходит автотранспорт. Эй, ты слышишь? Не высовывайтесь! Нет, не надо, не хочу! Не убивайте! Я чувствую, придется просто брать любую машину. Я возьму эту, стоять! Алло, помогите! Стрельба! Я мог взять гоночную машину, вот так я... О, как она дымит, вот так я еду на дымовозке. Я думаю, это фермеры везли навоз на ферму, чтобы растить.
вкусную картошечку для Макдональдсов в Америке. Я не удивлюсь, если главный потребитель картошки в Америке это Макдональдс. Пара-пара-па-па. Бэтмен. Только Watch Dogs на таком фургоне можно сделать 180. Блять, не было 180, было 90. Это все детали, ребята, никому не интересно. Пойдемте. Что у нас тут? Слава богу, все в одном месте. Я в хранилище Академии. И сейчас тут будет погром. Надеюсь, эти гребаные маски сгорят в аду. Сделаю, что смогу. Да блин, ай, сейчас убьют! Убьют, сейчас убьют! Надо автомат с глушителем, кстати, себе на 3D принтер. Ищу укрытие! Всем пригнуться, осторожно! Ты на линии огня! Я его ранил! Черт, пора валить! Да, успели. Где вход? Я имею в виду тайный ход. Второй ход, ладно, придется чистить. Главный. Могли бы сделать какие-нибудь тайные ходы? Нейтрализовать? А как мне это сделать? Мне гранату сюда закинуть? Там что, какая-то полиция или это охрана частная? Закиньте по... О, сейчас, по... может быть, они сами все взорвут. Вот у меня вопрос, а как я должен это сделать? Тут не написано. Там снупер, что ли? Походу, да. Но я не хочу шум поднимать, это самое тихое оружие, что у меня есть. С другой стороны, я бы не трезал все здесь и сейчас, но вот я хрен знает как. Я поднимусь на самый верх и, может быть, оттуда что-то придумаю. Я такой, пока сижу ВКонтакте. Все, ладно, мы на вершине мира. Здесь никто не тронет. Ку-ку, недотёпы. Так, ищем. Я дверь хочу. А как мне? Тут нет. Эй, алло! Блин, я не понимаю, как. Стой. На тебя, сейчас тебя тоже террористом сделаю. А, блин, нет, на него телефон, полиция, ладно. Прекратить! Что? Здесь раненый! Держи руки так, чтобы я их видел. Я ни в чем не виноват. Начнем. Что за бред? Есть описание объекта, ждите подтверждения. Я поднял шумиху, но я даже не знаю, как я могу нейтрализовать то, что там внизу находится, ребят. Вообще без понятия. Вообще без понятия. Не знаю. Знаете, что сработало? Как ни странно, электрограната. Вот такая. Как ни странно, она выручила. Я не знаю, правильно ли я все сделал, но главное, что сработало. Ведь так? Так? Наверное. И что теперь? Мне теперь, как всегда, ждать, пока со мной связаться. Рэй, крысы уничтожены. Ну, хотя бы их железо. Ты отрубил крысам хвосты, но популяция этих фанатиков растет. Скоро они найдут новых жертв. Мы будем к этому готовы. Ну, слушай, задание-то выполнено. Сейчас подождем фолловера. 9000. Могло быть больше, господи. 9000 не так много. А там по улице идет постаревший чувак. Что ж, зодиак? Ребят, зодиаком займемся. Какие у вас варианты вообще есть? Есть вариант с графикой. Давайте туда.
Легче-легко. Вот там, видите, вентиляционная шахта. Я прогнал джампера через нее. Там все разблокировал. И теперь поднимаюсь. Ну-ка. Что ты нарисуешь на этот раз, герой? Кстати, краски для этого, по-моему, даже не нужны. Ты можешь просто подходить и рисовать. Хотя, нарисовал вроде, не? Можно крупный план? Я не понял, что ты нарисовал. Хрена, о господи, это дедсек. Это мертвый секс, отлично все. Так жаку быстро спускаться, но я рад, что умереть. Кстати, можно по-быстрому умереть, и результат сохраняется. Как бы отчасти это очень приятный бонус. Интересно, тут есть такой баг, что я могу спрыгнуть с крыши, как в Dishonored, и убить кого-то с любой высоты. После Dishonored есть достижение спрыгнуть с крыши Адермирского университета, это очень высокое здание. И убить кого-то в башке. То есть, как бы, это очень интересное достижение. Что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Увидимся мы в следующей серии, где отправимся на задание Зодиака, а именно, ну, вот это, которое... Вот это, оно бонусное. Оно отдается за предзаказ, или же, если вы предзаказ не делали, за Season Pass. Так что, для тех, кто сделал предзаказ, как бы, все круто, все в плюсе. Если вы предзаказ не делали, все очень плохо. Всем спасибо за просмотр.